Очень интересный документ. Один из документов третьего дела, где списки. Это вот список о рабочих и служащих Чернореченского известкового завода на 27 марта 1933 года. Можно узнать всех, кто прочитать фамилии всех, кто работал на этом заводе. У нас самые старые документы 1933 года. Вот так они выглядят. Листы с 1933 года, естественно, уже хотели бы выглядеть лучше. Что это за бумага такая интересная? Да, это обычная оберточная бумага. Это даже не бумага, не сравнить с той, которой мы сейчас пользуемся. Интересоваться вообще люди, как вот показывает практика, начинает тогда, когда уже спросить не у кого. У кого можно было спросить, ну, уже ушли в мир иной. И где можно узнать о своих родственниках? Возникает, эта потребность возникает у очень многих жителей нашего города. Сын того. А вот если идешь в архив и делать запрос, то какая информация чаще всего, как подготовиться, чтобы сделать запрос на какую-то информацию? Расскажите. Чтобы сделать запрос вот по своей генеалогии, о своих вот корнях узнать. Ну, это нужно приготовиться к продолжительным поискам, к кропотливому изучению документов.